Народный артист России Владимир Стеклов может запросто перевоплотиться в любой образ. В кино он сыграл огромное количество ролей. Снимался в известных фильмах «Криминальный квартет», «Дело», в популярных сериалах «Кадетство» и «Молодежка». Снимается Стеклов и сейчас, но в этот раз актер предстал перед самарским зрителем не в образе, который для него придумали режиссеры, а самим собой. Артист встретился с самарской молодежью, чтобы поделиться жизненным опытом и ответить на вопросы ребят. Поскольку это молодежное все-таки движение, хочется ощутить ту самую энергетику молодежи, почувствовать ее на себе и соответствовать ей тоже. Хотел бы очень, чтобы у нас случился диалог. На встречу в молодежный центр Самарской области пришли школьники и студенты. Они общались с актером театра и кино в формате «Вопрос-ответ». Многие из пришедших творческие ребята, играют в молодежных театрах, интересуются искусством, кинематографом. Мне кажется, вообще в целом важно встречаться с такими известными персоналиями. Очень интересно на них смотреть вживую, потому что мы их видим с экрана телевизора чаще всего, либо через компьютер. И когда ты видишь его вживую, задаешь какой-то интересующий тебя вопрос, и он тебе отвечает на этот вопрос, как будто бы повышается какая-то мотивация, и хочется после таких встреч творить и решить какие-то хорошие дела. Активисты узнали о работе актера в театре и в кино. Поделился Владимир Стеклов и своими историями из жизни. Все желающие в завершении встречи получили автограф. Андрей Бессонов, Полина Чулюкова, Петр Паламеев. События.